Давайте поедем на этой машинке. На зелененькой поедем. А, немножко соберем мозги. А куда деваться-то? Мозги-то нужны нам. В этой игре нужны мозги собирать. Но мозги не людей, а зомбаков. Но они дают столько, когда ты в них попадаешь с пистолета. Вот видишь, я его сбил, мне ничего не дали за это. А вот убил, да. Выстрелил. О, в голову надо попадать. Смотри, дают больше денег. Офигеть, я не знал об этом. Все, вторая база. Так, переворачиваемся и дает небольшое одно ускорение. О, опять птица, смотри, с лотерейным билетиком. О, нет, взорвались. Ладно, кувыркаемся. Нам главное, чтобы толпа зомби нас не сожрала. О, 30 мозгов собрали. Вон, толпа уже бежит за мной, а? Она уже бежит. Поэтому нужно быстренько-быстренько ехать. Так, кувырок. Так, вот у нас третья база. Отлично. Так, мы собираем деньги и купим новую тачку. Какую-нибудь. Так, а вот лотерейный билетик. Надо все лотерейные билеты собирать. Ой, взорвался. Это очень печально, потому что мы взорвались. У нас было ускорение. Теперь наше ускорение пропало просто-напросто. Пропало. Так, делаем флипы. Оп. Нет, не стал я. Надо было на все колеса вставать. Если ты на все колеса не стал, то ты ускорение не получаешь. Что-то вообще этих мозгов дают мало. Смотри. Обычно по 200. А тут... Ну ладно. Давай 500. Полтишок давай хотя бы. Нет, 25. Почему-то стали мало давать мозгов. Так, а вот и следующее испытание. А, вон, смотри, нифига себе. Серьезно, серьезное испытание. Так, давайте тут проедем. Башкой стукнули, все равно мы здесь не проехали бы. Надо на этой штукенции как-то аккуратно ехать. А почему? Что произошло? Я не пойму. Надо нам сюда заехать. Так, едем, едем, едем аккуратно. Опа, отлично. Ух ты, ё-моё. Так, аккуратненько едем. Я не знаю, когда ускоряться. О, шипы, шипы, шипы были. Давайте здесь надо быстро ехать. И на вот эту штучку встаем. Опа, есть. Получается, типа домино. Давай, 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 давай. Отлично. Ребята, мы проехали, мы справились. Так, светофорик. О, тихо, тихо, тихо. А-а-а, прям башку я стукнулся аккуратно. Здесь надо аккуратненько. Оп, спустились и проехали. Здесь мы делаем кувырок. Есть. И победа, ребята. Так, у нас здесь есть став. А-а-а, сирикены. Так, а вот смотри, есть. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Давай вот эту штуку возьмем, купим. Так, купили. Ага, это получается... капканы, да? Ага. Опа, бади такой идет, идет, идет. Опа, а тут капканчики. Ох, нифига! Оно срабатывает, получается. Так, бади весь в капканах. Давай наделаем побольше капканчиков. А, они срабатывают, да, получается? Оно такое идет, идет, идет. Тыщ. А! Прицепился. Так, а ну-ка, как их убирать? Ладно, сейчас мы положим их рядышком. Не, слишком много капканов, нам столько и не надо. Нам столько капканов и не надо, смотри. Опа, так, одна лапа, рука такая. О! За голову словила. Да, капканчики. Ну, а как их убрать отсюда, я не знаю. Опа, смотри, сам бади такой идет. Опа! Так, щелкает, да? А, зацепила, смотри, голову. Офигеть. Ну ладно. Бади.
Бедолага такой идет. Ну нет, давай одну ногу сюда. Рука и нога. Все. Бадди весь в капканах. Ах, смотри, ё-моё, а что делать? Бадди в капканы попал. Офигеть. Тринц. Тринц. Бадди, вот еще капканчики. На, держи. О, весь в капканах. Так, давайте попробуем. А, может, что-нибудь выиграем? Да, мы выиграли наклейку какую-то. А, у нас еще есть три жетона. Сейчас еще будем смотреть. О, еще что-то выиграли. Наклеечку еще новую, ух ты. И давайте еще раз попробуем. Гранд Прикс. Это что такое Гранд Прикс? Следующая наклейка. Офигеть. И еще раз давайте сыграем. Посмотрим, может, что-нибудь выпадет интересное. А, нет, ничего не вышло. Ладно. Так, смотри, у нас какие-то буквы появились. Что это значит? А я не знаю, что это такое. А, Бадди, ты знаешь, что это за кубики-то? Что за кубики? Фигня какая-то, а не кубики? Ладно, давайте посмотрим, что здесь есть интересное. Так, ну что, ребята, давайте откроем последние Plants of Zombie. Мы играем в онлайн, Plants of Zombie онлайн, с противниками. О, два гриба, смотри, столкнулись. Один нормальный, а другой какой-то сумасшедший гриб. А, берем солнце, берем вот этого чувака, вот этого обязательно чувака берем. Так, двойной горохострел мы его не будем брать. Мы возьмем вот эту штучку. Сделаем у него улучшение. 200 монеток стоит. Все. Так, мы увеличили регенерацию и урон. А, защиту, защиту увеличили. Так, и следующего мы, ребятушки, возьмем с вами. Может, замораживателя возьмем? Почему нет? Все, мне, в принципе, команда нравится. А, все, поехали, поехали. Пока никого не садим. Ждем первое солнышко. Так, солнышко, первое солнышко, первое солнышко. Ждем, 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 ждем. Все, теперь можно сажать. Давайте здесь. Вот у нас подсолнухи. Так, можно заморозку сразу им сделать. Все, мы их заморозили. Дальше садим солнышки. Хорошо, хорошо. Так, это малыш идет, гад. Надо как-то его будет деактивировать. Начало. Все, мы их немножечко деактивировали. Так, заморозку, срочно, срочно заморозку. Так, подсолнухи. Подсолнухи пошли. Еще одного подсолнушка ставим. Что у нас здесь? Здесь нам нужно поставить, ребята, вот этого огнеметика одного. И второго огнеметика сюда. Все, мы разобрали с этими ребятами. Потом идет у нас масло. Масло. Так, кого еще посадить сюда? Так, вроде бы. А, мы сейчас заморозим всех, подожди. Только замораживатель я не туда поставил. Ё-моё! Ну ладно. Так, берем, ставим. Сейчас мы еще маслица подкинем. Всем по маслу. Хорошо. Ох, я не ожидал, что эти чуваки сюда придут. Ладно, давай огоньком сейчас их подмажем. Поджарим. Дальше. Так, вам нужно заморозиться всем. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, ребята. Да. Масло. Один раз. Так, денег у нас еще много. Сейчас будем масло подкидывать. Так, денег что-то у нас мало. Так, ну сейчас мы еще их заморозим всех, чуваков таких. А, ё-моё, не поставилось. Все, заморозили, ребята. А, эти что, эти не замораживаются, потому что мы их огнем фигачим. Ё-моё, что-то я не подумал об этом. Так, ладно. Действуем по-другому. Так, хорошо. Этих не заморозишь. Слушай, да. Ладно, мы их сейчас огнем зафигачим. Все хорошо, как они сгорели, а? Очень хорошо. Масло. Так, замораживатели. А, you lost? С
смысле you lost? Кто меня победил? Что-то я не увидел. Почему you lost? Кто меня там мог победить? Я что-то не понял. Ну что-то надо будет посмотреть еще раз. В перемоточку и посмотрим, почему мы lost. Ладно, сейчас будем проверять. Ну что, ребята, поиграем в танки. А и сегодня мы будем играть в зимнюю версию танков. Ох, как, а ну-ка, как неожиданно ты откуда появился. Обычно в начале танков нет. Обычно я проезжаю вот тут здесь немножечко. И вот здесь они начинают появляться, да, только в этом вот моменте. А сейчас почему-то он появился откуда-то не возьмись. Непонятно откуда возьмись взялся он. Так, чувак, на, получай, отдыхай. Гранатки мне твои не нужны. Можешь забрать их себе в ад. Так, вот этого сейчас. О, кто-то перевернулся удачно-таки. Удачно для меня. Ой-ой-ой-ой-ой, рано-рано я щелкнул. Ох ты, а он что, он под свои тоже взрывается? Нифига себе. Под свои ракетки. Лимонки, бомбочки. Так, тихо. Ждем. Ладно, можно так подъехать и назад быстро повернуть. Вот так я и думал. Так я и думал, ребята, что здесь будет куча танков. Пока один, но еще должно быть тут несколько. Вот они здесь где-то. За тем холмом стоят. Надо будет их как-то щелкнуть. Не знаю, получится или нет. А ну-ка, едем. Вот здесь сейчас будут они появляться. Вот, едет уже один. Герой. Есть. Второй. Чувак. Тоже готов. В принципе, я в таком хорошем месте стою, что я вот так, видишь, стреляю через холмик. Но там никого нет, ни одного танка. Они могут здесь появиться. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, поехали. Поехали, будем его стрелять. Все, готов. Так этого лучше сдалека стрелять. Есть попадание. И еще раз. На! Готов. Так, вот этих надо. Вот этого надо главное. О-о-о! С миллион ракеток. Так, это у нас то же самое, тот же самый. И вот этот, что ли? Ё-моё, да чё? Откуда вы взялись-то, а? Так, отходим, отходим, отходим. Они меня сейчас уничтожат нафиг здесь. Надо выбрать хорошее место. Ну, о-о-о-о. Ё-моё, смотри, что творит, а? Ладно. Сейчас подъедем. Хорошо, что он немножко дальше пострелял меня. Так, мимо. Почему вот я не могу его... Пуля пролетает прямо возле него, и все тут. Ладно, отъедем. Сейчас он подъедет сюда. Ой, тут эти шипы стоят, плохо. На, еще хочешь? На, получай. Давайте подлечимся сразу. Так, а, да сколько вас, ребята, мне уже это... Я в шоке просто. Угу. Так, подъезжаем. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Тихо, тихо, тихо. Так, одну выпустим. На всякий случай. Опа, а я знаю, что лучше к тебе поближе подъезжать, чем дальше. Так, сам себя подстрелил, да? Бывает. Ой-о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 й. Быстрее двигайся, танк. Ты чё такой медлительный? Будем здесь ждать. Стоять. Есть. На, подбил. Так, давайте еще раз стрелять. И попадание. Слышишь? Все, уничтожили. А ну. Нет, нет никого. Такой лязг железом, когда попадаешь. Все, уничтожили. И, наконец-таки, ребятушки, едет босс. Босс под названием Легион. Так, этот вообще такой чувак будет. Крутой.
О, видишь, как он стреляет ракетками. Но два удара, и я его уничтожил. Удачно сегодня мы съездили в танки, поиграли. Удачно, ребята. Я получаю еще одну звезду. И у нас уже три ящика. А это уже хорошо. Три ящичка, хорошо. Чем два?